Эта ночь для двух автомобилистов выдалась неспокойной. На трассе под Казани в сторону Башкортостана на дорогу выскочил медведь. В него на полном ходу влетела машина. У автомобиля помят бампер, разбито стекло. Вот о судьбе Косолапова ничего не известно. С места ДТП он скрылся. А вот лосихе, выскочившей на проезжую часть на трассе Казань-Зеленодольск, повезло меньше. От столкновения с машиной она погибла, пострадал и сам водитель. А служба природопользования тем временем намерена взыскать с автомобилиста штраф.